Да, девочки, проходите, располагайтесь, у нас вечеринка. Как же я рада тебя видеть. Здрасте, девочки. Привет-привет, друзья! Вы на канале Мультипульти! Всем вкусняшек и мороженок! Сегодня продолжение новой аниматроники! А кто хочет попасть ко мне в видео, это просто сделать! Поставьте лайк, подпишитесь на канал Мультипульти, нажмите на колокольчик и выполните задание, которое будет в конце видео! А я передаю привет! Google 33, Лиза Банных, Рай, Олег Первого, Вадим, Майнкрафтер Про, Сенка Тубы, Лера Круть, Алекс Лоуэр, Славян, Король Никита, Юсуп Бро, Антон Галорин, Макар Микки, Оля Паранина, Саша Пиженко, Люда Целю. Девочки, ну чего? Сейчас мы едем все на вечеринку. Понятно вам? Какую вечеринку? Меня пригласила Пинки Блэк, моя давняя подруга, к себе на вечеринку. Ну а я без вас не поеду. Вы же мои сестры. И вы увидите аниматроников. Ничего себе! Да, вы увидите аниматроников, они такие классные, они вам понравятся. Ой, так, Карина, посмотрю, как ты одета. Так, ну вроде бы красивая прическа, платье у тебя красивое. Спасибо, Беатрис. Теперь Тека. Ух ты, моя маленькая, тоже красивая. И теперь... Меган! Так, Меган, ты вся в розовом, как всегда. Ну да, я же люблю розовое. Ну и Кана. Кана, ну а ты как всегда одеваешься, как мальчик. Ну и что, сестричка, ну и что? Ничего. Отлично. Так, девочки, сегодня вы увидите аниматроников. Их не надо бояться, они хорошие. Понятно, хорошие. Ну все, пойдемте, девочки, поехали на вечеринку. Пинки и Блэк вам понравится. Она моя подружка, мы давно с ней не виделись. Она мне позвонила, что ее бойфренд, желейный Валера, в честь нее устроил вечеринку. Но мы не должны этого пропустить, девочки. Ух тышка, желейный Валера. Я вообще никогда не видела аниматроников. Так, девочки, не волнуйтесь. Сейчас вы их все увидите. Они все такие классные, все прикольные. Ух ты, классно. Посмотрим, что представляют из себя эти аниматроники. Не переживайте. Они такие прикольные, веселые. Это, короче, такие маленькие роботы, в которых вселили душу. Они могут быть мишками, могут быть разными. Там, ну посмотрите сами, я и сама так их толком не видела. Я только Пинки Блэк знаю, мы с ней давно дружим. А почему ты нас не познакомила? Да вот как-то не доводилось, девочки. Ну ладно, ничего, сейчас познакомимся. Они такие классные, так вроде бы приехали. Так, сейчас. А, вот и ее дом. Ну как, это она гостит у своих друзей, у Фредди и у Чики. Ну это я знаю. Так, выходим, девочки. Выходим. Так, вроде приехали. Ну ты готовы? Ой, что-то я боюсь. Не бойся, Кана, пойдемте. Только пойдемте. Все. Ой, привет, Пинки Блэк, привет. Привет, Беатрис. Как я рада, что ты приехала. Как дела? Все хорошо, это мои подружки, мои сестрички. Как же я рада тебя видеть. Познакомься, это Карина, Тока, Меган, Канна. Ну, а меня ты знаешь, меня же Беатрис зовут. Ой, девочки, вы такие красивые. Так, ну давайте знакомиться. Так, Беатрис, тебя я знаю. Карина. Кариночка. Так, маленькая, это Тока. А в шляпе это Меган. Все, я запомнила. Ну пойдемте, девочки, я вас познакомлю со всеми аниматрониками. Так, ребята, представляю вашему вниманию.
зовут Беатрис, Карина, Тока, Меган и Канна. Запомнили, ребята? А это же Лени Валера, это он все устроил. Да, девочки, здравствуйте, так приятно познакомиться. А это Чика и Фредди, мои лучшие друзья. Здрасте. Привет, девочки. Приходите, располагайтесь. Я их так люблю, это мои друзья. Да, девочки, проходите, располагайтесь. У нас вечеринка в честь Пинки Блэк. Да, девочки, я ее жених. Меня зовут Желени Валера. Да, это мой жених. Как он вам? Красивый, такой красный. Ну, девочки, ну чё вы? Ну, расслабьтесь. Все, спокойно, проходите. Ой, как-то непривычно. Да успокойтесь, давайте дальше вам расскажу, кто тут. Так, смотрите, это Розочка. Это Розочка. Здрасте. Розочка, она сестра Фредди и Желени Валера. Это Бонни. Здравствуйте, меня зовут Бонни. А это Бэби, наша подружка общая. Здрасте, девочки. Так, а это у нас брат Фредди и Валеры, Блэки. Здрасте, девочки. Что делаешь, Блэки? Да вот, как обычно, шашлыки. А, понятно. Ну как вам, девочки, не страшно? Нет, вы такие все классные, такие милые. Да я же вам говорила, что все понравятся. Так, дальше смотрите. Вот это золотой, это Голден Фредди. Тоже брат Фредди и брат Валеры. А Блэки играет на гитаре. А вот эти, смотрите, в бассейне страшные Чики. Это мои сестры все. Ого, сколько у тебя родственников. Да, тут все аниматроники, все или брат, или сестра. Девочки, ну все, вы можете располагаться, хорошо? Танцуйте, веселитесь. Хорошо, Пинки Блэк, спасибо. А вот это вот аниматроник, не знаю кто. Так, Карина, ну что ты стоишь, танцуй давай. Так, девочки, ну все, давайте пойдемте знакомиться со всеми. Здрасте, меня зовут Беатрис. А меня Марионетка. Здрасте всем, всем здрасте. У них так тут весело, так классно. Так, Заяц и Мишка, здрасте, мальчики. Здрасте, здрасте, девочки. Ого, сколько купается в бассейне. Вот это да. А мы сидим у себя в лесу, колдуем, не вылазим. А вот вам, получите. Смотрите, девочки. А здесь как весело. Ой, да, так классно. Так, а это кто? Здрасте. Привет, меня зовут Фредди. Ух ты, у них всех Мишек зовут Фредди. Ты золотой? Да, я золотой. Так, а это я поняла, это Бэби. Да, привет, красотка. А это рядом с тобой кто? Это Бонни. Здрасте, меня зовут Бонни, я страшный. Привет, 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 привет. Мои марионетки. Ух ты ж, как класс. А меня зовут Беатрис. А это мои подружки Карина, Тока, Меган и Канна. Прикольно вы танцуете, девочки. Хочешь, можешь с нами потанцевать? Девочки, ну что вы там стоите? Ой, как-то неудобно. Да нет, все нормально, давайте уже потанцуем, может. Правда, я не умею. Нет, мы стесняемся. Да, ну ладно. Ну тогда пойдемте дальше. Да, пойдемте. Посмотрим на всех аниматроников. Пойдемте. Ну пойдемте, пойдемте, чё. Так, это я уже знаю, это Розочки. Ох, они так классно танцуют. Здрасте. Привет, мы Розочки. А меня зовут Беатрис. А это мои сестры-подружки, мы волшебницы. Мы подружки Пинки Блэк. А мы Фредди. Мы Голден Фредди. Привет, Беатрис. Привет, девчонки. Можете, чё вы,
там стоите, давайте с нами танцевать. О нет, нет, мы пока не можем, мы стесняемся. Девочки, меня мальчики пригласили танцевать. Пойдемте. О нет, пока не надо. Беатрис, пойдем еще походим. Ну пойдемте, ладно, пойдемте. Как мне тут нравится настоящая вечеринка, девочки. Да, классно, так весело, все такие милые, добрые. Так, может пойдемте наверх? Да, пойдемте наверх, пойдем, Беатрис. Так, девочки, поднимаемся. Поднимаемся. Пинки Блэк, можно мы в дом пойдем? Да, девочки, конечно, идите, там много аниматроников, а я здесь гостей встречаю. Ой, хорошо, Пинки Блэк, ты такая милая. Девочки, пойдемте. Мы идем, идем, идем. Вот это вечеринка, да, конечно же, Леми Валера влюблен в Пинки Блэк и закатил такую вечеринку, как здорово. Так, девочки, ну чё вы там стоите? Ой, как-то неудобно. Мы так не привыкли. Да ладно, пойдемте. Здрасте. Привет, меня зовут Голден Фредди. А мы уже такие, как ты, видели. Ты такой красивый. Ой, спасибо, девочки. Так, а это кто? Ага, это же Бэйби. Как же они классно танцуют. Да, они хорошо танцуют. Здрасте, девочки. Привет. Как тебя зовут? Меня зовут Беатрис. Она с Бэйби. Давай с нами танцевать. Ой, я так не умею. Вы так классно танцуете. Ничего сложного. Вот так вот берешь и двигаешься. Вот так вот, опа. Ух, какие вы молодцы. Так, ну ладно. Ой, а это кто? Ого. Сколько мишек! Девочки, смотрите! Здрасте, здрасте, здрасте! Здрасте, девочки! Давайте с нами танцевать! Ой, ой, мы стесняемся! Девочки, может потанцуем? Давайте, девочки, ну давайте, такая вечеринка! Может потанцуем, а? Девочки, ну давайте, ну что вы стали? Нет, нет, давай чуть попозже. Давай, Беатрис, давай попозже. Карина, ну давайте. Ну, Меган. Нет, Кэна. Ну чё? Может, потанцуем? Нет, я ещё не готова. Ну ладно, девочки, давайте дальше пойдем. Так, здрасте всем. Я волшебница, меня зовут Беатрис. А это мои сестры-подружки Карина, Тока, Меган и Кэнна. Привет! Привет, привет, привет! Девочки, ну чё вы стоите? Давайте танцевать! Давайте, девочки! Девочки, нас зовут танцевать! Смотрите, все так классно танцуют, а мы только ходим со всеми здороваемся! Ой, смотрите! Это Чика, я понимаю! Как это вы так делаете? Ну, ты знаешь, я занимаюсь уже 20 лет. Вот это да! Здрасте! Всем привет! Такая классная у вас милая вечеринка, вы все такие классные! Привет! 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 Я Бонни! Ничего себе, девочки, так мне нравится! У меня уже настроение поднялось! И у меня тоже! И у меня! И нам весело! Всем здрасте! Ой, а что это вы делаете? Я всегда занимаюсь. Меня зовут Фреддер. Я здесь самый сильный. Да, ничего себе, я вижу. Вот это да. Круто. Может, отдохнете, вечеринка же? Нет, нет. Девочки, здрасте, вы марионетки? Да, привет. А меня зовут Фокси. А это Мэнгл. Привет. Девочки, все здесь такие милые, классные. Ой, да, нам тоже нравится. Здрасте, мальчики. Привет, девчонки. Привет. А что вы тут делаете? А мы разговариваем о делах.
Девочки, ну все. Что-то, может, потанцуем? А это что, Мишка тут стоит? Здрасте. Привет. Я занят, извините. Я тут кое-что ищу. Вы один только не танцуете, все танцуют. Девочки, вы куда? Нет, мы тут. Может, потанцуем? Ой, Бэйби, как же ты классно танцуешь, привет. Привет, девочки, ну так а чё? Вы что не такие? Вы же та же, как я. Ну давайте, просто берите и двигайтесь под музыку. Ой, я даже не знаю. Девочки, ну чё? Давайте потанцуем. Я готова. Я готова. Что, серьезно, Карина? Меган, вы что? Да, будем сейчас танцевать. Всё. Вау. Ой, я не знала, что вы так классно танцуете. Ну да, просто никогда я не танцевала, ты не видела. Вау, вот это да, вы так классно танцуете. Давай ты с нами. Давай, Беатрис. Вау, как вы классно танцуете, девчонки. Меня хоть бы научили, я-то не умею. А вот ты за нами просто повторяй, вот так, вот так. Класс. Вау. А я ж не знала, что вы танцевать умеете все. Да, мы умеем. Мы просто тебе никогда не показывали. Класс, как же вы классно танцуете. Вот так вот повторяй за нами и все, ничего сложного. Классно. Все, я сейчас попробую. Сейчас попробую. Супер. Итак, ребята, если вам понравилось это видео про вечеринку Pinky Black, поставьте палец вверх и подпишитесь на канал Мультипульти. Продолжение следующей серии. А сейчас задание. Кто ответит на задание, попадет ко мне в видео. Итак, первый вопрос. Сколько чик было в бассейне, который там танцует? Посчитайте чик. И второй вопрос. Как зовут вот этих волшебниц подружек Pinky Black? Как зовут новых волшебниц, которые сегодня появились у меня в видео? А вы были на канале Мультипульти. Подписывайтесь, ставьте лайки и все такое. Всем пока. Пока. Люблю, целую. Ваш Мультипульти. Пока.